Блин, дополнительных заданий так много стало, когда выполнял вышки. Ой, я не хотел. Так, а вот тут с кем-то можно поговорить. Наверное, тоже доп. Задание. Поговорить. Эй, Ретро, чё как? Всё путём, как сам? Хотел с братом встретиться, но он не пришёл. Кажется, у нас есть кое-что для Дэдсек. Да ты что? Слушай. Он уже много лет берёт травку ушу. Подружился там с парой ребят. Слышал, что они с братвой задумали сбывать кое-что вместе. Думаю, тут Дэдсек нечего им предложить. Не наркоту. Они хотят продавать людей. Ага, это всё меняет. С чего мне начать? Я пришлю адрес, где зависают шу, а там уже спросишь. Что? Окей. Я тут узнал о вечеринке у китайцев и братвы. Почему ты так хочешь разозлить сразу две группы убийц? Я мститель, их все любят. На самом деле мнения о них противоречивы. Не у фолловеров Дэдсек. Мы портим жизнь плохим ребятам, мы получаем подписчиков. Все просто. Звучит логично. Наведусь к шу и узнаю, что они задумали. Но это уже в другой раз. Мы здесь эй! Ради вот этого задания. Никого нет дома. Так, давайте смотреть. Да. Не все так просто, как кажется. Ну давай. Обнаружено вторжение. Так, я в системе наблюдения Фармингтонс. Осталось только найти точку входа в сеть. Класс! Думаю, что здесь больше нечего делать. Больше ничего хакнуть нельзя. Фармингтонс пользовались софтом Bloom. Продолжай. Они прогоняли данные своих работников через их алгоритм. Угадай, за какое слово увольняли. О, это так мило. Мы молодцы. Они увольняли наших сторонников? Надо им помочь. Не только сторонников. Всех, кто даже просто интересовался нами. Я пойду в головной офис. Попробую отправить компенсацию всем, кого уволили. Это правильно. Так, с вещами на выход. Данные операции новые какие-то. Блин, я хожу, собираю новые данные об операции. Можно поговорить.
Друг, это что такое делается? Страховая ставка растет как на дрожжах. Каждый месяц. Каждый гребаный месяц. Каждый месяц просто так? Я звонил про Виблю, но они меня посылают. Какая-то оговорка о рисках. Оговорка о брехне. И у всех то же самое. Сраные страховщики. А? Есть у кого страховка про Виблю? Нет. Я их взломал, и мне выплатили полное возмещение. Кому вообще нужна страховка? А что такое Справиблю? Грабят людей из-за оговорки о рисках. Звучит как отличный повод проверить сервера Провиблю. Лучше найти пароль, быстрее будет. Ищу их сотрудника рядом. Вот. Айтишник. У него точно есть. Блин, куча дополнительных заданий. Мне кажется, в ближайшее время мы будем только дополнительные задания выдрюкивать. Так, вот тут уже что-то интересное происходит. Так, сюда машинку надо. Так, дальше. Ну, машинка только сюда. Засранец, а? Почему у меня первое лицо включилось неожиданно? Ай, все гаджеты повырубали. Ну ладно. Чисто, я пошел дальше. Это чё хочет нас кошмарить? Двигаем! Да! Сейчас у меня уши взорвутся! Уши взорвутся. Дверь откроем. Блин, да просто весело. Баба. Забавно. Как смотри, пока они там наслаждаются компанией друг друга. Хватит, черт! Всем так. Что тут у нас? Я проник в головной офис Farmingtons. Попробую взломать систему и перетасовать бабло. Давай, порадуй меня.
Хорошие выходные бывшим сотрудникам обеспечены. Я отправил всем по 10 кусков. Бухгалтеры же это заметят. Непременно. Но я перевел деньги с подставного счета, так что они и пикнуть не посмеют. Учитесь, ребятки. Блин, Маркус, нам за тобой не угнаться. Перестрелка, судя по всему? Да ну! Выследим его! Отсюда лучше уйти. Так, идем дальше. Время пока есть. Так, это запретная зона. Лучше отсюда уйти. Баба. Всех вырубили на этом этаже. Похоже, сделка братвы Ишу сорвалась. Тупик? Может, нет. Поищу еще. Умираю от любопытства. Только постарайся не умереть в процессе. Даже пес спит. Так. Достичь. А чё так далеко? Так, ну ладно, машина понадобится. Есть такая. Приходится выключать, чтобы YouTube особо не ругался. Блин, шустрая какая. Тут почему-то едем хер пойми как. Черт, кажется, я все пропустил. Может, ничего не было? Нет, тут что-то пошло не так. Это место преступления. Интересно. И как же тебя взломать? А вот там что такое лежит? Если бы было так просто взять. Не, ладно. Черт бы с ним. А, меня заперла игра, да? Поймала в ловушку, окей. Тебе почти удалось. Как же туда проникнуть? Взрывчатки-то нету никакой. Может, на машине смогу протаранить? Да нет. Особо ничего такого не получается. Может,
машину я смогу запрыгнуть. Да, есть. Или может я зря туплю? Может здесь машинка нужна? Да, все куда проще. Что? Ах ты ж! Что-то они все какие-то кукольные, не находите? Срань господня! Что? Здесь был Эйден Пирс. О чем ты говоришь? Здесь трупы. Это китайцы и братва. Их убил Пирс, а я в это вляпался. Мститель из Чикаго? Ага. Да. Он идет в ловушку. Надо помочь ему. Офигеть, да? Так, показать на карте. Далеко? Можно чуть-чуть быстрее сюда добраться. Эйден Пирс — это герой первой части Watch Dogs. Watch Dogs. И мы его встретим здесь. И даже ему маленько поможем. Пам! Что-то вышел из машины и пошел куда-то. Так, мы здесь. Как тебя взломать, потому что у тебя дохера денег. Прыгай. Пойдет. Так, куда здесь дальше можно цепануться? Вот сюда. Оп, посмотри, что в карманах. Нашли его! Глянь там! Не теряйся! Баба! Так, я просто выйду с запретной территории. Тут никого нету. Сейчас мы дождемся головорезов, которые сюда придут и перестреляют всех за меня. Ни у кого из вас больше гранат тогда нету. Денежки у тебя заберем. Ладно, поехали. Бам-бам.
Не понял. Ой! Ясно. В чем дело? Давайте меня. Опа, сюда подсыпем. Высылаю точные данные. Террористы! Так, я смотрю, вы уже вернулись обратно, да? Давайте, работайте, менты. Вырубите это! Конечно, сейчас это сейчас закончится. Да что же это такое? Да что же это такое? Ой-ой-ой. Да дайте проникнуть туда, вы чё? Это не я ломается. Чё-то странное. Да, тут менты все еще находятся. Так, давайте квадрокоптером еще туда слетаем. Ну, чисто так, по приколу. С этой стороны тоже можно проникнуть. Ушки болят, да? Блин, какие же вы все жирные. Как поезда пассажирные. Так, он меня здесь не увидит. Посмотри, что в телефоне. Так, надо сейчас просто аккуратнее ездить. Я маленькая машинка, меня не видят. Почему до этого не могу дотянуться? Мы нашли предателя. Thank you.
Вам. Твою ж. Мобильник брать противно. Вот так и надо было действовать с самого начала. Вот и он. Похоже, Пирс серьезно влип на этот раз. Хватит трепаться, помоги ему! Помочь? А надо ли? Эть. Не. А? Все, пользуйся моментом. Но. Блин. Да, детка, я валю. Помогли, чем смогли. Ну, пора бы честь знать. Приятно встречать героев из предыдущих игр. Так, быстрее отсюда валить. Ребята, я напарник Эйдена Пирса. Да ты шутишь. Не, это точно он. Лис. Ты его сфоткал? Нет, не хочу, чтобы он за мной пришел. Он это пугает правильно. Меня до смерти. Уничтожил мафию бандитов. Один остановил торговлю людьми. Ты же сказал, вы напарники. Эй, он бы умер, если бы не я. Ага. Что? Серьезно? Я спас его. Продолжай гордиться этим. Так, что по времени? Еще есть время. Давайте еще одно задание возьмем. Залезь бы туда. Да. Вот как туда забраться? Кажется, есть план. Так, и в этот раз мы будем ломать офис Ubisoft. Чтобы узнать, что же они там за новую игру готовят. Может, Watch Dogs Legion? Что Юби нам готовит? Юнити, вижу. А вот это что такое? Вот я даже не знаю, что это. Так вот, Ubisoft логотип. Это Том Клэйси, по-моему. Скачать.
Ребят, я не очень хорошо шарю в играх Ubisoft, но, честное слово, я даже не знаю, что это за игра. Сплошные утечки дали ачивку. Ну, ждем новых фолловеров. Я займусь. У меня есть связи. Уже вижу заголовки. Новый трейлер отстой. Новый трейлер супер. И новый трейлер норм. Пишешь рецензии на досуге. Это. Так, если это все. Если это было все задание, то... Ну, я не знаю. Может быть, еще что-нибудь сделаем? Что по времени? Время надо заканчивать. А сколько еще доп. Заданий осталось? Так, есть одно. Мобильные мертвецы. И вторжение в Хаум. И гонки электрокаров. Ладно, давайте пока что на этом закончим. Сделаем перерыв. И допы уже продолжим выполнять в следующий раз.